как, ребят, помните, как в том мультике, да? Строили, строили, наконец, что сделали? Построили, да. Мы вас поздравляем всех, то, что у вас теперь будет новое здание, куда вы будете ходить, дружить, отдыхать, образовываться, учиться. Поздравляем ваших родителей и желаем вам, ребята, здоровья, чтобы вы все были здоровыми, счастливыми, радовали своих пап и мам. С праздником вас, ребят. Здесь здание детского садика находилось в аварийном состоянии, его там восстанавливать смысла не имело и ремонтировать смысла не имело. А село, в общем-то, так сказать, такое живое, слава богу, поэтому нужно было это решение принимать. Приняли решение и благодаря федеральной поддержке вот смогли построить этот детский сад. А в целом у нас детишек становится больше, то есть вот те меры, которые мы 3,5 года назад начали принимать по поддержке нашей демографии, сегодня как раз ребята 3-летнего возраста, они подросли, и вот наконец прошлого года мы очередь полностью удовлетворили, а вот на сегодняшний день у нас уже 370 человек в очереди стоят, и мы будем продолжать дальше строить детские садики. Да, добрый день, дорогие жители Узловой. Ну что хочу сказать? Хочу сказать, что наконец-то мы начинаем вручать ключи в новых домах, новые квартиры в Узловой, потому что тяжело у нас процесс шел. Вы, к сожалению, у нас были отстающие. Связано это было, в общем-то, с не очень хорошей организацией со стороны местной власти. Я хотел вас попросить за это извинения. За то, что, в общем, это наши вопросы, они вас не должны касаться. Поэтому извините нас, то, что мы немножко затянули. Хотел в целом, конечно, вас всех поздравить. Хорошее начинание. Ну, во-первых, наконец-то те люди, которые жили в шахтерских поселках, будут получать нормальные благоустроенные квартиры. Это программа, которую мы начали 2 года назад. Мы постараемся, чтобы уже через год во всех районах Тульской области были вот такие 3D-кинотеатры, в которых мы сможем показывать все современные фильмы, все новинки. Ну, не только фильмы показывать, проводить мероприятия. И вообще, чтобы досуг у ребятишек вместе с родителями был на выходные дни, всегда был, чтобы мы могли вместе всей семьей сюда прийти, посмотреть кино, провести время и пообщаться. Поэтому думаю, что всем понравится. Уже знаю, что уже в техническом режиме вы работали, и многие уже сюда ходят, и всем нравится. Думаю, что начинание хорошее. И, конечно, спасибо вашим родителям за то, что они платят налоги, за которые мы это все делаем. Спасибо. Поздравляю. Виновата обслуживающая организация, партнер в создавшейся ситуации. Сейчас квитанции пришли уже за февраль, и такая же ситуация. Нас в январе успокоили, сказали, администрация разрешила не платить вот эти счета за ОДН, а сказали только по нормативу. Да, то есть причин может быть много, начиная от ошибки при выставлении счета. Часто эти ошибки бывают, ну скажем так, случайные, в кавычках, да? Поэтому мы, кстати, для этого встречаемся. Мы пытаемся вот разъяснять все возможности, рассказываем все процедуры, рассказываем как раз ваши права для того, чтобы вы этими правами своими пользовались. И мы, честно говоря, иногда даже в какой-то степени, может быть, превышаем свои в какой-то степени полномочия, когда мы говорим, платите по нормативу. Не платите по выставленным счетам. Если нужно, пускай они обращаются в суд, будут доказывать, а мы вам лучше будем помогать, уже доказывая обратную сторону. В отношении партнера будет начата проверка. Сейчас как вот в отношении партнера? Вот смотрите, вот, это решение вы, да. Вот смотрите, коллеги, вот очень часто у нас, к сожалению, нарушения происходят вот на таком вот бытовом уровне. Вот если есть подделка документов, вот в частности, со стороны там, управляющей компании, либо ТЭКа, значит, нужно все-таки обращаться в милицию. Вы не стесняйтесь, блин, обращайтесь в
полицию для того, чтобы они принимали процессуальные решения. У нас в нашем районе есть единственное замечательное место отдыха, где зимой люди в лесном массиве могут заниматься лыжным спортом. Но поскольку земельная территория находится на границе с Киреевским районом, то стал земельный вопрос. Дело в том, что полностью пакет документов уже собран и передан в Росреестр. Но вот более года... Вот, к сожалению, хорошо, помогите. Значит, народный бюджет вам его будет заявлять. Мы сейчас поможем вам его дооформить. Хорошо, вам его народный бюджет восстановить, потому что нам лыжероллерную трассу, конечно, нужны. Дорогие жители, время уже 19 часов 45 минут. У меня, к сожалению, просто еще встреча. Я что хотел вас? Конечно, хотел поблагодарить вас за очень активную позицию, вот, Марину Ханину, по чернобыльским льготам. Скажу честно, что если бы не ваша поддержка, помощь, то, наверное, нам многое не удалось бы сделать. А вот когда мы чувствуем вашу поддержку, помощь, и нам, что называется, и море по колено, и горы по плечу. Поэтому спасибо вам за все, и всем хорошего вечера, и до новых встреч. Спасибо.